Итак, друзья, вот у нас новый склад. У нас продукция. Можно привозить на капремонт отдельно карданы. Это гидромуфты. Полностью. А, просили же показать вот гидромуфты какие. Вот такие вот у нас гидромуфты. Также можем поставить и электромуфту. Также в продаже у нас можно на заказ навеску заднюю, турбины. Также можно навеску на ремонт привозить. Вот такая, вот уже готовая навеска. Вот гидромуфта такая. Вот, так, вот такая вот гидромуфта после капремонта. Помпы. Также у нас есть магазин, можно приехать закупиться в магазине. Ну и также отправляем стартера. Тоже все после капремонта. Также можно привезти и на капремонт на обмен стартера. Также у нас имеется и гидроцилиндры. Гильза, шток новые, шпильки уже свои, ротные остаются. Навеска, по навеске я вам все рассказал. Кому что интересно, присылайте заявку, желательно в Excel. Просчитаем, также можем отправить транспортной компании. Ну и также изготавливаем облицовку на трактора. Продаем пока только комплектом. Что входит в комплект? Это у нас передние крылья, задние крылья, два бака, облицовка радиатора, облицовка капота, бампер и контейнеры АКБ. Вот так вот, друзья, мы увеличили свой склад. Вот такой вот склад у нас был. И вот такой вот у нас склад получился. Сначала думали его под цех, но в итоге решили мы его сделать под склад. За наличный расчет у нас хорошие скидки. Ну и также у нас имеется на обменный фонд коробки на 700-701 трактора и на Т-150. Это уже готовые после капремонта коробки. Свою привозите, делаем день в день дефектовку, разницу по ремонту доплачиваете и уже забираете готовую комплектованную коробку с гарантией. Ну и дальше давайте покажу, что у нас в сборочном цехе. Приступили мы уже к ремонту трактора из Отнинского района. Кстати, вот у нас в продаже два 701-х. Цена 6 миллионов 300, 6 миллионов с половиной. 6 миллионов 300 здесь у нас мосты простые. Тут у нас мосты усиленные. Этот у нас из Татнефти трактор после капремонта. И в продаже также ХТЗ Т-150, цена за нее трешка, тоже после капремонта. Но вот многие хейтили, писали мне по поводу кабины. Кабину мы полностью песочили, показывал и сборку кабины, как проходила, показывал, но пошла вот такая вот ржавчина. Такая ржавчина уже пошла. Но, скорее всего, от металла. Вот это все исправим. Если кому это все мешает, не нравится, это все мы исправим. Ну, давайте пройдемте в сборочный цех и уже там расскажу, покажу. Итак, что у нас в сборочном цехе? Как и говорил, приступили мы к сборке трактора Кировец К701 из
Однинского района. Это наш повторный уже заказчик. Он уже привозил к нам в прошлом году на капремонт трактор. Тоже вот на канале видео есть, можно посмотреть. Резину все мы установили. Резину попросили установить новую. Установили сзади два новых гидроцилиндра. И уже здесь гидроцилиндры, можно сказать, что новые. Гильза и шток здесь новые. Подушки. Подушки новые. Капремонт мостов. Коническая пара новая. РПН уже отремонтировали. РПН. Насосы НШ 100 усиленные. Пока еще есть они. Флянец новый. Новый регулятор. РВДшки тоже ставим все новые. Новые энергачи камазовские. Также будем новые два ресивера на баке ставить. Баки здесь будут новые. Навеска здесь частично новая, частично капремонт. Эти рычаги уже новые. Нижняя часть капремонт. Так, по данному трактору все. Следующий у нас трактор 744. Установили мы кабину, установили мы крылья. Сейчас занимаемся электрикой. По электрике работы здесь, сами понимаете, очень-очень много. Вся проводка здесь новая. Вот он пучок. Сейчас электрики. Два электрика занимаются. Разбирается по электрике. Тоже занятие такое. Нелегкое. Эти у нас крылья завезли. Тоже будем делать замеры, делать доработки и уже доработаем, отправим малярку. Следующий у нас трактор из Удмуртии. Из Можгинского района. Вот завезли баки. Тоже будем делать замеры. Будем дорабатывать его. По креплениям нужно будет дорабатывать. Крепление ресивера переделать. Баки сами не изготавливаем пока. Баки мы заказываем на стороне. Установили мы постамент кабины. По распределителю я говорил в прошлом ролике. Распределитель новый. Электрика вся, друзья, новая. Вся электроника здесь на 24 вольт. Движок тоже все укомплектовали, мы установили. Как раз вот в прошлом ролике показывал. Занимались комплектовкой. И установили радиатор, сделали обвязку. Радиатор здесь новый, двухрядный. Такая вот у нас красота получается. В целом, друзья, работаем. Кабина пока у нас на рихтовочно-сварочных работах. Решили мы на нее установить не может, решили, заказчик попросил. Двери нового образца поставить. Сейчас будем готовить к малярке уже и отправлять ее в покрасочную камеру. А по пермскому трактору, по кировцу К-703, я вам показывал, крылья у них сгнившие были. Мы тоже с ними согласовывали момент заказывать, изготавливать новые крылья или что мы будем делать с ними. В итоге решение такое, то что мы будем их латать. То есть тут будем наваривать пластинку, заваривать. Такой бюджетный ремонт попросили сделать. Ну и на сам трактор мы движок откапиталили. Давайте пройдемте в новый цех. И он как раз там стоит, покажу его. Ну и вот по 703 потихоньку работаем. Собираем. Движок
откапиталили. Сегодня будем устанавливать, иншалла. Гидроцилиндр установили. Ну и вот вторая часть облицовки. Она еще более-менее не гнилая. Открыли только гнилые. А так в целом уже эта часть облицовки нормальная. Гнилья нет. Ну и по арскому 744 трактору у нас пока согласован ремонт трубы шарнира, ремонт КПП и ремонт кабины. Ну и на сегодня, наверное, друзья, я ролик завершаю. Спасибо, что смотрите. Обязательно ставьте лайки, друзья. Лайки у нас помогают в продвижении к видео, чтобы люди больше узнали о нас. Пишем в комментарии. Тоже комментарии способствуют тому, чтобы видео продвигалось, чтобы больше людей посмотрело. Ну и кто впервые зашел на мой канал, посмотрите другие ролики в целом, в каком состоянии трактора приходят, в каком состоянии трактора у нас получается уходят. Вот, потихоньку развиваемся. Гибочный, вальцовочный, лазерный еще. В марте-апреле еще один станок придет уже закрытого типа со сменными столами. Вот сюда поставим. Также и будем... У нас токарные старые станки. Такие вручную работать приходится. Тоже, наверное, будем задумываться о покупке и токарного с ЧПУ. Ладно, друзья, на этом видео я завершаю. Спасибо всем за внимание. Давайте, пока-пока.